опять не забудь потом на нашу страницу что-нибудь новенькое, это хорошо? Разрешение. Вас лично выложим в интернет. Да, всех, всех. Что значит лично? Кто просит, тот и выложим. Салам Шотландии. В Шотландии зависаем, отдыхаем. Здорово. Все теперь лично каждого. Да. Мы с тобой уже здоровы. Да. Я тебя рано всегда разбудил. Без 5-7 рано разбудил. Без 15. Ну, готовы к походу? Конечно. Мы это для интернета снимаем. Всегда готовы. Кто подписал? О, супермашина летит. Видите, какую машину? Интересно, какая у него плакетка? Да, повезло, повезло. В этот раз. Все, Андрей, я обязательно буду. Думал фотоаппарат взять, а потом здоровый таскать ему. И вот мы наконец-то дошли. Али, вивадаш подсеганг. Эй, супай, куксуй. Хрюстич гуд. Сэр гуд. Вундаба. Бесте тах. Ду бис зофе швитст? Я, я гуд. Ви нах дем тренинг? Ich beeilen müssen. Ach so. Ich bin, ich hab geschlafen. Passiert. Ist aber nicht schlimm. Тренер сборной Ферайна. По борьбе. По борьбе и по дзюдо, и по всякому. Еще недалеко и уже... по баскетболу. Бень, где шапка? Одень шапку, Бень. Не только походка, это... Как себя чувствуешь, скажи? Мама, в следующий раз пойдем с ним. А какие пару человек? Ну, погодка классная. Настроение веселое. Вообще... Просто суперски. Как-то я не снимался еще в кино. Ничего страшного, это просто любительский фильм для памяти. Я 30 лет вернулся. Вот наш барак. Тогда руки за спину. Павлик, тебя снимает нескрытая камера. Видели там? Игла стоит. Вид из нашего окна на иглу. Доброе утро. Ночная смена. Вот и цель нашего визита. Долгожданные лыжи. Очередь стоит аж до самой двери. Ну что, Слава, лыжи взял? Нету больше. Здравствуйте, что вы скажете по сегодняшнему дню? Погода очень замечательная, у нас настроение очень хорошее. Мы прямо сейчас пойдем, будем наслаждаться природой. А вы? Согласна, да? Согласна.
Так, лыжи еще есть? Большому дядьке лыжи достались? Судя по всему, нет. Беня, а ты что без лыж? Камера Тим Муздуич. На, папе, дай мне наверх затягивай. Окей, für dein Mann. Ja, das muss passen, ne? О, sprechen Sie Deutsch? Я. Sprechen Sie Deutsch. Бери, они нормально. Человек первый раз на лыжах. Ну, как самочувствие? Как скользит? Да, мы верим в тебя. Ты справишься. Только если падать будешь, на бок падай. Ноги не поднимай, ты сломаешь. Нет, пока не делай. Нос, я снимаю. Вперед, товарищи.